Участок улицы Блюхера после ремонта приняли сотрудники дирекции дорожного хозяйства. Это уже 44-я улица, которая была отремонтирована в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Как сообщили специалисты, подрядчик уложился в срок. К качеству асфальта нареканий нет. 5 сентября будет принята еще одна улица – Луганская. Кроме этого, в ближайшее время должны быть сданы еще 16 участков дорог, в том числе проезжая часть дороги Киров-Русская. Именно этому участку, заявили чиновники, они уделят особое внимание при приемке. В целом ремонт дорог идет к завершению, и ответственные лица уже начали строить планы на ближайшее будущее. Если мы, а мы уверены, что программу «Безопасные и качественные дороги» мы сдаем вовремя, мы данным муниципальным образованием, то есть и вся Кировская область, попадает в программу «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год.